Ну, мы отдыхали там на мостике. Типа ребята решили искупаться и начали тонуть. Их течением начало уносить. И мы решили за ними нырнуть. Маленькие дети? Да. Маленькие. Лет 10 где-то. А как вы поняли, что они тонут? Что вообще? Что мы происходит? Кричать начали. Мы кричали, помогите, помогите, спросили. Ну. Ну и вы что? Ну и что, нырнули и все. Начали вытягивать. На меня он утопить начал, неправильно схватился. Ребенок? Да. Был страх какой-то или же сразу решили как-то действовать? Страха не было, в конце уже начал. У меня. А что было, вот, что побудило к действию вообще? Как это происходит? Потому что я в такой ситуации, например, не был. Я не понимаю, как человек действует в такой ситуации? Первые мысли какие были? Просто спасти, вытащить и все. Страха не было? Mm. Даже когда топить начал? Ну, когда топить начал, был страх. А что помогло вытащить их? Вот, какие? Силы, просто умения, навыки? Ну, навыки. Да. А там глубоко вообще, вот, где ребят тонули? У меня два, наверное, будет. Понятно. А вообще там какие-то несчастные случаи происходят? Или это вот первый раз, когда это такое? Происходят. А расскажите, там их много. Что бывает? Ну, тонут и все. Да это мы уже так не знаем. Понятно. Ну, вообще себя героями ощущаете? Так, да. Самое главное, скромность, да? Да. Да.